Всех привет, да. Так, в прямом числе Николаев, Йорта Николаев. Ну, думаю, что девочка хочет ответ, так что ж, выглядит как наша Катерина, может быть, имеет то право, конечно, что зеркальный образ от Запада, это худые девочки не выиграли войну. Ну вот, и зеркальный образ, это невысокие мужчины с комплексов и, ну да, скажем, берут скон, которого нравился харем, чтобы доказывать сам собой, или Наполеона, или там кто-то другого, да. Знаете, Гитлер, он тоже не был высокий. Тоже не выиграет войны, и высокие парни, которые fat, да, как это, ну, вес у них больше, чем необходимый, так как эта ракета, носитель дистоплива у американцев из прошлого. Ну, да, я ж, видите, обещаю, что в будущее буду и сейчас, ну, заботиться больше для моего тела, если то, что у вас так нравится больше, или кушать меньше, или заниматься спортом. Да. Ну, позволено у меня сейчас выглядит как только две вещей сказать публично, так как чтобы у меня две женщины, я их надо задоволить, и когда выиграем войну, то пусть тогда мой под меня позволит, чтобы у меня было тоже мое удовольствие вот, с сексом. И потом, да, удовольствие иметь дети, удовольствие воспитать, удовольствие будущего бизнеса и все остальное. Может быть, надо сказать и то уже. Вот у меня мой момент. Арием, да. Я и Мария. Должны, так, рок-группа из прошлого. Должны мы идти вместе. А как это получится? Я же правду говорю. Никакая идея у меня уже нет. Это в руках, вы знаете, человечество. Чарлиз, пожалуйста. И Курьяма. Да, ты тоже чит.